спонсор сегодняшнего выпуска – канадская фирма спортивного питания ANS. Используйте ее, и будет вам сила, масса и рельеф. Привет, друзья! Как вы уже поняли, сегодня будет упражнение для трицепса. Для большинства любимое. Для меня это любимое упражнение. Я здесь чувствую трицепс шикарно. Также это было любимое упражнение Арнольда Шварценеггера, хотя об этом я узнал совершенно недавно. Это кроссовер. Но есть и одиночные блоки. А постоянный партнер моих видеовыпусков и спонсор Power Strength Gym. Называется это упражнение разгибание. На что нужно обращать первое на первое внимание? А то, чтобы делать именно разгибание, а не жим, как делают большинство. Посмотрите, что такое разгибание. Зафиксировали локти в одной позиции, больше они не ходят вверх-вниз. Всегда находятся на месте. Сделали вдох, разогнули руки, напряглись. И медленно возвращаем обратно, растягивая трицепс, но оставляя локти в одном положении. Это очень важно. Выдох. Полностью распрямили руки, напрягли трицепс. Медленно возвращаем. Вниз быстро, вверх медленно. Позитивная фаза движения быстрая, негативная подконтрольная. Негативная фаза движения выполняется всегда в любом упражнении в 2-3 раза медленнее, чем позитивная. Это очень важно, я не раз уже говорил, не только для тренированности, для хорошей прокачки, а в первую очередь для сохранения здоровья. Здоровья ваших суставов, связок и конкретно мышц. Как делают большинство ребят? Наклоняются и начинают делать жимы. Нет, нам нужно стоять ровно, зафиксировав локти и делать только разгибания. Работать здесь можно как с канатной рукоятью, так вот современные технологии до чего дошли. Советую всем это оборудование для тех, кто тренируется и занимается армспортом. Конкретно эти Dynepic Sports, кому интересно, может посмотреть на сайте, заказать. Чем лучше данные ручки от простых канатных рукоятей? Вы видите, что сама ручка выполнена в виде конуса. И когда вы держитесь за нее, она максимально анатомически удобно располагается в руке. Вы можете более концентрированно проработать ваши трицепсы. С канатной рукоятью тоже неплохо, но кто пробовал эти ручки, больше к канатным рукоятям не возвращается. Можно выполнять с металлическими рукоятями, подобными, либо слегка изогнутыми. Это не важно. Найдите для себя ту рукоять, в которой вы будете чувствовать ваши трицепсы. Но техника остается той же. Локти на месте. Двигаем мы с вами только предплечьями. Не наклоняемся вперед, не создаем подобие жима. Растянули трицепсы,
разогнули. Растянули, разогнули. Растянули, разогнули. Чем нравится мне еще данное упражнение, так это степенью концентрации в нижней точке. Когда вы руки полностью разогнули, вы можете дополнительно на 1-2 секунды выполнить пиковое сокращение. Это очень хорошо, и вы это сразу почувствуете с первой же тренировки. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Ни один вопрос не остается без внимания. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих, грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!